Что случилось? Желтый. Мертв. Что? Как? Заколот ножом. Ты хочешь сказать, что это было преднамеренное убийство? Это означает, что именно? Никто не выйдет отсюда, пока мы не узнаем правды. Что за глупости? Почему кто-то из нас хочет убить всех? Вы не против? А он дело говорит. В чем причина? Вирус. Погоди, ты утверждаешь, что он здесь, на корабле? Что здесь происходит? У нас еще нет названия для вируса, но согласно разведке, он был найден несколько месяцев назад. Сначала мы думали, что это заболевание мозга, как бешенство. Но этот вирус другой. Он поражает личность человека и превращает нормальных людей в серийных убийц. На полюсе никто не выжил. Но должен быть какой-то способ для выявления зараженных, так ведь? Анализ крови, расширение зрачков, сканеры в медпункте, возможно, могут выявить что-то. Но, к несчастью, Желтый единственный, кто может произвести сканирование. И мы слишком далеко от штаба, чтобы вызвать подкрепление, поэтому... Поэтому мы сами по себе. Давайте проверим камеры. Скажи еще раз, где ты нашел труп? В коридоре между хранилищем и столовой. Но все записи были удалены. Кто бы ни был предателем, он точно знает, что он делает. Погодите, мы же знаем, когда именно Желтый был убит. Не более часа назад. Зачем тебе это? Ну, до того, как я пошла спать, я помню, что я видела фиолетовую в коридоре. Между двигателем и столовой. Что? Что подозрительно, так как она должна быть в электрощитовой, если я не ошибаюсь. Погодите, нет, все было не так. Фиолетовая знает, как читать логи на мире. Возможно, она знает, как отключить камеры. Ребята, ну же, в этом нет никакого смысла. Оранжевый, убери этот нож подальше от нее. Очевидно, что черная врет. Это должна быть она, иначе она бы не стала врать. Ты работала в электрощитовой или нет? Ну, конечно. Я чинила провода. И ты была там все время? Мне нужно было переделывать провода несколько раз, поэтому да. И так уж вышло, что рядом никого не было, чтобы подтвердить твои слова, верно? Фиолетовая, отойди от ножа. Что насчет зеленого? Он и желтый никогда не ладили, так что у него был мотив, не так ли? А черная? У нее нет доказательств, она даже не видела меня. Хорошо, давайте будем рациональными. Я голосую за фиолетовую. Это должна быть она. Ребята, пожалуйста, успокойтесь. Ты не прав, мы можем еще все обсудить. Давайте просто выкинем суку за борт. Ну что, фиолетовая, пока-пока. Пожалуйста, вы не можете этого сделать. Я просто чинила провода. Я не делала что-то неправильно. Ну же, вы не можете этого сделать. Синий, этот вирус, о котором ты говорил, если мы сейчас не избавимся от нее, она убьет тебя. Или меня. Или черную. Выпустите меня отсюда! Это должно было произойти. Окей, все, пойдем. У нас еще много дел, которые нужно выполнить. Капитан,
Я все еще думаю о произошедшем. Я не думаю... Капитан! Я знал это. Мы не должны были доверять этому парню. Безумцы. Он был мертв, когда я нашел его тело. Поверьте мне, заткнись, подожди, зеленый. После смерти оранжевого я здесь главный, так что отстынь. Мы не можем опять ошибиться, хорошо? Ясно одно, предатель среди нас. Очевидно, кто это, капитан. Он сидит прямо перед нами. Как я помню, Фиолетовая первым обвинила тебя. Но теперь она невиновна. Поэтому ты тоже под подозрением. Я? Теперь вы подозреваете меня? Все, что я сказала, я видел ее в коридоре, когда она должна быть в электрощитовой. Эй, оставь ее в покое. Она тут ни при чем. Прекрасно. Нет, ни один из этих двух влюбленных голубков не может быть предателем, верно? А что, если они были очень заняты в последнее время, проверяя образцы в медпункте, а? Эй, тебе лучше следить за языком! Давайте подумаем логически, хорошо? Почему синий привлек внимание к себе? То есть, что? Он убил оранжевого, разбил стакан и решил ждать, пока его кто-то найдет? Почему не скрылся? Может быть, это была главная стратегия, чтобы снять с него подозрения. Обратная психология. Я синий, я настолько шокирован, что даже уронил воду, поэтому это точно не я. Он был против убийства Фиолетовой. Итак, почему? Если это не он, значит, кто-то из нас. Это точно не я. Значит, кто-то из вас. Так получилось, что я посмотрел камеры, и я нигде не видел тебя. И где ты была? Обновляла данные для связи. Зачем ты снова был в камерах? Фиолетовой же нету. Так что же ты искал? Ты не видишь, что происходит? Синий пытается натравить нас друг на друга. Ну же, такой псих, как он, смог пробить череп капитана чертовым ножом! Что? Что вы так на меня смотрите? Нож прошел сквозь его череп? И мы говорим, что Синий был первым, кто нашел его тело. Что он был убит ударом ножа в голову. Изолируй оружейного лба. Пожалуйста, выслушайте меня. Вы совершаете большую ошибку. Он уже был мертв, когда я нашел его. Клянусь, я был тем, кто настроил всех проголосовать против Фиолетовой. Я знал, что буду под подозрением следующим, но я, если бы я смог, я не смог сказать что-нибудь. Слушайте меня. Вы делаете большую ошибку. Я не... Что не? Он был уже мертв, когда я нашел его. Я клянусь, я могу...